Нифига себе, он плюется, алё. Ты можешь салфетку дать там, слюнявчик или что? Вы это видели вообще? Хорош меня стрелять. Все, миссия выиграна. Отлично. Темпи вальс просто. Что там еще добавлено? Reinforcement. Зареспанные маринесы доставляются прямо на фронт. На 30% быстрее скорость восстановления маринов. Новые марины стреляют на 300% быстрее. Нифига себе. А, блин. Каждый вертолетный дроп стоит полтора единицы патронов. Life support. Мариносы и постройки сами регенерируют здоровье. Мариносам гарантировано 27 секунд бессмертия, скажем так. И мариносы распространяют здоровье? Что? Ну это вот, вот это вот смотрится как что-то крутое. Все деньги я потратил буквально там на пару-тройку улучшений, поэтому я и говорил, что нужно как-то более-менее, знаете, с мозгами к этому подходить. 20 тысяч еще нам дадут за эту миссию. Я решил выбрать сюжетную. Давайте сделаем это. Давайте посмотрим и сделаем это. Так, отличненько. Что за нахер? Так, во-первых, у нас есть... Чё? А, не то опять нажал. Блин, на башню-то у нас не осталось. Нам придется все очень быстро делать. Ну ладно, это захватим, поставим башню где-нибудь здесь. Вернемся обратно. Так, давай сюда. А, ну здесь, в принципе, здание стоит, поэтому не так это страшно все. Так, медикал бот нам подарили. Неплохо. А это у нас что? О, огнемет. Огнемет это хорошо, огнемет это здорово. Теперь мы будем вообще рулить. Ну, огнемет, конечно, жжет. Особенно против вот таких вот инопланетян. Они покруче будут, потолще, все дела. Здесь еще на карте расположены такие форпосты, очень неприятные. Либо с личинками, либо с пушками. А вот отсюда попрется потом, я так понимаю, что-то очень бесящее. Может, что-то очень большое. Или в большом количестве. Так, все здесь разбираем. За то, что посмели нарваться на мою базу, с которой я возрождался, понимаете. Мы их просто разбираем, просто расщепляем. Так, здесь также все захватываем. Я думаю, не помешает здесь поставить турельку. Где-нибудь вот так вот. В принципе, да, достает до базы. Я думаю, это лучшая позиция. Так, поспокойнее можно, алло. Начали, блин, стрелять сразу. Блин, крепкая вот эта вот фиговина. Мелкая. Крепче, наверное, базы самой. Очень долго держится.
И давайте уже разбираться с этой базой. Главное не тормозить. Чем дольше тормозишь, тем больше проблем возникает. Как обычно. Все, захватываем здесь базу. Зарабатываем еще очки улучшений. Здесь также форпост. Так, здесь нигде нет ящиков с боеприпасами. Я как-то задолбался. Так, а вот это мне не нравится. Ну ладно, мало ли что мне не нравится. Так, ладно, это тоже забираем с собой. Авось пригодится. Надо очень быстро здесь, конечно, справляться. Потому что там, я думаю, турель долго не выдержит. Да, она уже пропускает. Плохо. Это все плохо. Но у нас, в принципе, регенерация на полную просто врублена. Освобождаемся от ящиков. Надо было немножко подлечиться, мне кажется, все-таки, потому что сейчас флеймера просто замочат и все. Без флеймера мы ничего не сделаем, только подохнем и все. Чувствую, надо сделать так и не париться. Давай быстрее, огнеметчик, алло, где ты там? Сложно очень эту паутину без огнемета уничтожать. Вот другое дело, другое дело. Совершенно другое дело. А, еще одного замочили. Нормально вообще. Так, ну это ожидалось. Это ожидалось. Главное не допустить того, чтобы это повторялось, повторялось и по каскаду пошло. Так, медикал пот мы... А, нет, он все еще здесь. Он все еще с нами. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Так, надо это все разбирать, все эти коконы. Еще дурацкие стенки постоянно ставятся. По кулдауну. Все, разбираем. Ну вот теперь сюда заходим. Конечно, очень неудобно это все дело обстоит. Ну ладно, форпост по-быстрому разберем сейчас. Наши вояки должны справляться. Обязаны просто, у них нет выбора. А, черт! Парень, давай-ка сюда. Давай-ка реально сюда, потому что здесь что-то дело плохо. Без тебя здесь справимся, а ты у нас на особой миссии. О, черт! Ну охренеть. Да, все плохо. Короче. Нормально, там какая-то хрень стоит. Эти твари довольно-таки медленные, мне повезло с их скоростью.
Давай куда-нибудь сюда уже иди. Из огнеметчика здесь довольно сложно будет пробиться. Здесь уже большинство вот таких вот. В них нужно стрелять по несколько раз. Куда постоянно деваются солдаты? Алло. Почему ты здесь стал? Давай, помогай. Без тебя не можем здесь справиться. О, другое дело. Прогресс пошел. Сейчас главное коконы все эти зарубить. Там будет полегче. Блин, как он жжет-то в прямом переносном. Посмотрите на него. Просто оказался посредине, там, не знаю, сотни, наверное, противников. И все равно вышел живым из этой битвы. Огнеметчики, я имею в виду. Так, надо отличиться. Вообще торопиться не нужно, я думаю. Потому что как только мы все это замочим, я так понимаю, вот эта вот хрень активизируется. Так что полечимся пока. Ну, вроде все отличились. Давайте главное здание долбанем. Блин, все в молоко ушло. Вовремя комп поставил стенку. Ничего не скажешь. Ну ладно, это ему все равно не помогло. Все, захватываем. Теперь надо по-хорошему вот это вот все зачистить и подойти уже откуда-нибудь отсюда. Блин, нас яд теперь замедляет, насколько я понимаю. Посмотрите, как медленно подходил огнеметчик к своей цели. Так, ну все, справились здесь. Мочим вот эту вот турель. Нет, вроде не замедляем. Вроде нормально. Ящики тоже берем. Пригодятся. Я думаю. Ну все, здесь, я думаю, уже безопасно получится взять эту хату. Ну, относительно, не так фейлово, в общем, как в прошлый раз. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Все. Так. Мы так не договорились. Ребята, мы так не договаривались. Мы так не договаривались. Блин, там одна турель только. Надо прорываться как-то на ту сторону. Как можно быстрее, потому что, да, ее снесли. Ее просто-напросто снесли. Спасай положение, огнеметчик!